Правительством Саратовской области 19 октября 2022 года издано постановление, которым установлены дополнительные меры поддержки лицам, призванным на военную службу по мобилизации либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, а также членам их семей. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования, за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов, дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия федеральных законных положений, устанавливающих указанные права. Предлагается установить дополнительные меры социальной поддержки членам семей, лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, а именно право бесплатного проезда обучающихся общеобразовательных организаций в городском электрическом транспорте, автобусах городского сообщения. Бесплатное посещение учреждений культуры, муниципального образования города Балакова, а также культурно-массовых мероприятий при наличии свободных мест и других мероприятий, проводимых указанными организациями. Бесплатное оказание физкультурно-оздоровительных услуг в организации физкультурно-спортивной направленности муниципального образования города Балакова, посещение спортивных секций, спортивных соревнований при наличии свободных мест и других мероприятий, проводимых указанными организациями. Вот такие дополнительные меры социальной поддержки членов семей наших мобилизованных граждан мы предлагаем установить. Все, да? Да. Так, уважаемые коллеги, нет смысла.